день, дорогие друзья и уважаемые подписчики YouTube-канала компании RISPROPERTY. С вами Айгерим Масылбаева. Сегодня мы со съемочной группой продолжаем наш видеотур по проектам Стамбула. По многочисленным просьбам наших клиентов, сегодня мы приехали в европейскую часть, в район Büyükçekmece. Название этого района исходит от озера Büyükçekmece. Вы знаете, что у нас в Стамбуле есть несколько озер, кроме морей. То есть это Küçükçekmece и Büyükçekmece. Также ближе к новому аэропорту, в сторону Arnavutköy, это Sazlıdere. Но сегодня мы находимся именно в Büyükçekmece. Это европейская часть Стамбула. Знаете, хочу сказать такую информацию. То есть вы знаете, что у Турции сейчас есть огромный план, то есть стратегический план. То есть собирается строить новый канал параллельно к Босфору. Как раз таки этот канал будет прокладываться через озеро Küçükçekmece и Sazlıdere. Büyükçekmece в целом, в трех словах, если сказать, это комфортный, зеленый, жилой район, где в основном представлены частные секторы, то есть вилловые комплексы, и практически в этом районе очень сложно найти новых жилых комплексов, тем более на стадии строительства от крупных застройщиков. Сегодня хотим представить инвестиционный проект, жилой комплекс, который находится недалеко от Мраморного моря, также от озера Büyükçekmece. На стадии строительства, если точнее говоря, с котлована на начальном этапе строительства, которое будет сдаваться в 2021 в декабре. То есть согласно договору сдается в конце 2021 года. Но, как мы с вами знаем, у каждого турецкого застройщика есть дополнительный срок от 3 до 6 месяцев. Комплекс состоит из двух блоков А и Б. На каждой площадке расположены по 8, также 11 квартир. В комплексе представлены планировки 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Также можете рассмотреть для себя квартиры планировкой дуплекс, то есть на 2 этажа. Жилой комплекс у нас находится на границе района Белюктусю и Büyükçekmece. Что это значит? То есть примерно в радиусе 8 километров от комплекса расположены, допустим, выставочный центр Туяп, где-то в 7 минутах от комплекса Е5, где, в принципе, самая последняя метростанция метробаса, это Бейкент. В 15 минутах ходьбы вы можете дойти до Сахиль, то есть набережной Гюрпинар. Примерно до Аквамарина 12 минут езды. То есть все, можно сказать, там 15-10 минутах езды, все очень близко. Но нужно отметить то, что именно в этой локации, так как вокруг комплекса расположены в основном вилловые комплексы, конечно, вам нужно будет выезжать на главную трассу, в сторону главной трассы, и там вы найдете себе рестораны, кафе, торговые центры, как Мармара парк, Перла Виста. Сейчас, на начальном этапе, если вы будете покупать, допустим, без рассрочки, то есть за 100% оплату, тогда вам через 2 года застройщик гарантирует 35% прибыль. Но после завершения строительства, то есть как вы получите квартиру, вы можете там через год квартиру перепродать. То есть застройщик у вас полностью выкупает вашу квартиру и гарантирует вам 35% прибыль. Но, конечно, если в плане инвестиций, то есть инвестиция вас не интересует, вы можете купить в рассрочку. Первоначальный взнос составляет 50%, оставшуюся сумму в рассрочку на 2 года без процентов. Давайте с вами поговорим об инфраструктуре этого комплекса. В этой микролокации Büyükçekmece вокруг комплекса расположены частные секторы. Допустим, общая территория этого комплекса составляет 4000 квадратных метров, 2300 квадратных метров – это только
открытая территория, где декоративные бассейны, террасы, детская площадка, зеленый пейзаж. И, конечно же, есть у нас закрытая спа-зона, фитнес, сауна, хамам, крытый бассейн и также крытый паркинг. Поэтому, друзья, сейчас успейте приобрести, пока вот на начальном этапе строительства, это реальная инвестиция. Под этим видео будет ссылка на сайт компании RISPROPERTY, будет вся подробная информация. Также будет раздел, где вы можете оставить свои заявки, и наши менеджеры с вами свяжутся в самый кратчайший срок. А я на этом с вами прощаюсь. С вами была Екатерина Маслобаева. Всего доброго, до новых встреч!